тех пор, как правление Аида внезапно прервалось, гости с прошлого о мрачном владыке мира мертвых вспоминают нечасто. Ой, я девочка красивая. А почему я девочка? Это роуджлайк, понял. Потому что девочка, если не хочу быть девочкой. Lost souls. I'll make the Titan pay. Ха, дурак, блин. А, я дочь Аида и Персефона. Окей, ладно. Не, я просто думал, я Толя, ну ладно. Раз так. Раз Аида и Персефона, то ладно. Ой-ой-ой. Я как будто опять в барашков играю, блядь. Здравствуйте. О, повидал, как я умею. Ты так не умеешь. Это что такое? Ух ты, ёпта. Вы что такие здоровые-то? Прекратите, дядя. Ну, давай. Нет, меня покоцали. Вот сосёшь. А-а-а, дурак, блядь. Ты тот, кто ты есть. Согласен, блин. Это просто заклинание, ничего страшного. Семь слов. Именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Какая серьезная девочка. Привет, Олимп, солнышко. Очень рад встрече. Слышь, надо до Титана нам до Титана никак не добраться, но если тебе предначертано судьбой его остановить, то я хотя бы постараюсь осветить твой путь. А, ну понятно, вот этого. Это из тех вот этих, да, вот этих понятных. Ваши атаки наносят урон по большой площади, скорость бега, восстановление магии. Хочу атаки по площади. Им нужна моя помощь, давай посмотрим, понадобится ли... Что? О, ладно. Понятно, пи***й получил. О, вот это прикольное, кстати. Тема с масс-атакой мне нравится. Тихо, блядь. Да, вот так получше будет. Получить плюс 5 чего, блядь? А, тут инвентарь есть. Ага. Ага. А, видишь, из-за того, что я радиус атаки взял, я дальше не убью. Мне вообще типа по... У них броня. А вы что придумали? Да хорош! Опять 5 этих хреней. Не очень понимаю, зачем мне нужны. Подожди, а как мне полечиться, типа? Я могу как-то полекаться? Ну, вот тут монетка, пойдем в монетку. Ладно. Ой, сирена, привет. Лохни, спасибо. Все, волшебница. Расскажешь, блядь. Изи, блядь, не почувствовал. О, бабло, бабло, баблишника. Так, там опять какие-то зубы. А как лечиться? Хилок нет, только фонтаны и иногда у богов. Охуенно, блядь. Вот же мешочек с говном каким-то. Понял. И передам вам, перед вами в долгу, владыка Харун. С этим припасом мое поручение станет гораздо легче. А все найдено золото я принесу вам. Так, купить плюс 25. Плюс 25 хп. А это что такое? Какой-то... А это что такое? Подожди, а там что-то еще было, по-моему, нет слева. А, показалось. Береги себя, владыка Харун. Это бот, что ли? О, блядь! Блядь! Еб... Иди нахуй, иди нахуй!
отсосешь. Проблемки. Отсосешь? Понял. Блять, попался. Мне попадать. Foul spirit. Наставница столько о тебе рассказывала, и вот мы встретились. Именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Как ты похожа на свою мать. Снова я ее не потеряю. Я заморожу ад до скончания веков. Наверное, ее. Ты же мне поможешь, внучка? А какая-то что за атака? Будем разбираться, я не понял. Вот это атака, да? Да, вот это атака, все, я понял, отлично. Главное, ману все въебал, блядь. Но понял. Пошел ты нахер, дурачок, блядь. Вот сусал. О! А, это что? Сосёшь? Да, бля. Это броню и говноед. Ну пока игра простая. Так, там какой-то трезубец. Пойдем трезубц. Ясно, ждем скидок, что? Ой. Ой. Так, я понял, давай-ка вот так вот. Ага. Need to recharge. Понял. The Trident sigil. Ты один из моих из братьев моего отца, так помоги же ему, именно Аида. Олимп, я принимаю это послание. О, Писидон! Моя пропавшая племянница жива. Мы были уверены, что тебя постигла участь твоего отца и твоей матери, и твоего брата. Ох, что ж, пришла пора переломить ситуацию, отомстить за бедолагу Аида и его семью. Так, понятно. Угу. Я вообще не понимаю, что они мне дают. В мифологии так-то все уебаны были, так что дементры норм еще. Да и мы как бы норм. Так, дубли... Ну, давай, рез. Единственное, что я понял просто здесь. А шанса полекаться нету, да? Ну, давай сюда, хуйним. Здорово, Кустик. Давай.
Ну, как будто бы... Так, вот здесь лечилки продаются, по-моему, да? Ага, продались, блядь, проверяй нахуй, Анатолий, ебать. Не того, блядь, не того. Ой, блядь. Не в того, Анатолий, не в того. Тихо. Да вы заебали на мне резвиться, алло. С кем я дерусь вообще? Ух ты, ебаный рот, вы чё? Сосёшь? Да сука! А, не, все в порядке. О, дублет! Так, пойдем к торгашу заглянем заодно. Херон. У меня денег нет, херон. Что делать, блин? Вот это что такое? Усиление. Растущая сила плюс один. Ладно, а это что такое? Ладно, пока оставлю, вдруг пригодит. Ой, это босс? Да, нет, тогда не оставлю. Давай, я все возьму. Погнали. Это босс, по-моему. Ударь его и победи в бою. Ага. Наставница. А вот и она. Ты уже достигла границы Реба. Ты превзошла все мои ожидания, Милиноя. Спасибо, наставница, и за ваши уроки, и за похвалу. На моем месте ты бы все сделала так же, но сейчас не время для любезности. Настало время проверить, на что ты способна, сучка. На что я способна? Видите, чтобы я сразилась с вами, хотя мое задание уже началось? Учеба никогда не заканчивается. Мне надо понимать, сможешь ли ты выстоять против нашего врага. Ебать. Ты чё, ебанулась? А, да? Проблемка. Ебать. Ты какого? Он заканчивается этой хуйней. А в две стороны, нечестно. Попало, сука. Ой, блядь. Не угадал. Не сосёшь. Ухи наелись, а? Ha!
Во что я въебываюсь? Пиздарики. Ой, блядь. Плохо, 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 плохо. Вы чё, блядь? Пиздарики. Пиздарики. Неплохо, блядь. Пиздюлями что-то пахнет. Пиздец. Тихо-тихо, иди обратно! Где оно?
Урок усвоен. Ты сражался с должным рвением и яростью, но когда ты шагнешь за порог, ты поймешь, сколько тебе еще предстоит узнать. Я смог, да, я молодец. Жду не дождусь на станции, вы все пойдете со мной? Нет, я не рискну далеко отходить от нашего жилища, и дальше я буду ждать твоего возвращения. Ну хорошо, спасибо, наставница, спасибо. Получить. Что я получил? Что-то получил. Ну, главное, пиздюлей, уже как бы радостно на самом деле. Так, ладно. А, вот это колодец лечит, да? 21 хп. Beginning descent. That briny smell. Чё, опять? Далеко ты забрела от распутья, проказниц. Вот значит, где ты развлекаешься. Я-то думал, ты до сих пор по уши в тренировках. Но обстоятельства поменялись, Ирида. Сама знаешь, как оно бывает. Так что прошу прощения, у меня важные дела. Вечно она торопится. Ладно, не буду задерживаться. Поболтаем в следующий раз. Ладно, веселой ночки. И напоследок. Чё за благословение раздора? Какой жирный. Охренеть. Чё с врагами? Они тут все такие будут, да? Издарьки мне, блядь. О, они самонаводящиеся. Типа обучение было закончено, я правильно понимаю, да? Да сука, шарики ебать, блядь. Да кто? Кто в меня шмальнул? Где? Да, блядь, вот летит шарик. Все, я отошел от него. Так, у меня проблемки. Надо шариков убивать первыми, как будто бы. Но они что-то нихуя не быстро убиваются. Отъебись, а. Ну, отъебись, а. Что за ебаные шары? Да. Бесячая игра, блядь. Return to shadow now. Кто посмел нарушить мой вечный покой? Ты играешь с силами выше твоего понимания, ведьма. Отвечай. Сейчас поговорю. Да нет, тут вполне уместно. Очень жутко, Двора молодец, теперь я побежала, а то дело не в проворот. Неплохо до первой попытки, Мелония. Полагаю, ты бы ушла дальше, если бы я тебя не задержала, пусть и ненадолго. Но это объективно так и есть. Вы должны были удостоверить, что я готова настоять с Геката. Я знаю, что мне себя стоит проявить. Это увеличение сил, да я понял. Возвращаясь к заданию смерти Кронусу. Скажу, что ты убил этого ублюдка, размножил посохом ему череп, вонзил кинжал в кишки, уф его. Его этим, конечно, не проймешь, зато со смертным это срабатывает. Нечем тебя порадовать, Одиссей, пока что. У меня воли не хватает. А у вас достаточно сил, чтобы использовать арканы? Чё? Ну, пробуди Каршуэну. А, вот, господи. Дай почитаю! А, типа их еще поставить надо. Ты проиграла битву, но не войну, девочка. Этих битв у тебя впереди еще уйма. Но готова ли ты к победе? Не знаю, не знаю. Ну-ка, давай двадцаточку. Командир Скеламия, сэр. А, вот тут у меня что-то тоже было. Right,
Не понял. Особо так удерживать, а потом отпустите. А ну. I shall return. Forgive me, sir. Knuckles. Ой. Нет, нет, нет. Блять. Так, отлично. Бабки есть. Это что такое? Это усиление, это бабки, а это что такое? А может мне проклятие снять вот этого говна? Ну как бы это не классно. Ладно, похуй. Pinheads. Что? Я не стоял в зоне! А это как, блядь? Всем похуй, блядь. Понял. Олимпис. Тут, короче, хитбоксы какие-то неправильные. Уровень горения, раз сильный, ваш сильный периодически поджигает вторую хуйня. Эффект горения наносит... Вот! Урон по броне, когда горящие враги погибают, вы можете себя, урон от взрыва 60. Вот это второе или третье надо брать? Второе, ну давай второе, похуй. Рыбачь, что ли? Нет инструмента. Не могу я рыбачить. Не рыбачиться. Ой, что? Понял. Что? Что меня, блядь, коцает на... Ну ты подрались, блядь. Урон от особых атак. Как будто бы все. Благословление Афродит через босса, либо сердечко. Ну, тут хотя бы, может, выживу. Или нет. Вот это я хитрожопу сейчас сделал, да? Сука! Ну нет! Что? Что? Ну, я, короче, понял, это рогалик, знаешь, он мне чем-то... Я понял, что он напоминает. Как он назывался про... Где интерактивили вы чат? Как он называется? Инсульт, да, инсульт жопы. Да почему бы и нет? Пих-пах-глобал. 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 Пих-пах-глобал.
братан так хороший. Знаешь, как найти папирос. Вокруг тебя люди, которые хотят тебя поздравить с днем рождения и подарки подарить. Пожелать тебе удачи, отлично время провести. Тебе уже 17, можно тортику купить, все заброшки посетить и по крышам походить. От охранника бежать и весь день угорать. Ведь круче твоего дара ничего не может стать.